Так, сколько время? Блин, уже 11:50. Так, быстрее бежать. Так, что-то Ваня спит, наверное, с Андреем. Так, заходим быстрее. Так, все на месте, это уже хорошо. Так, мне сейчас, по идее, должен кто-то позвонить или нет, не знаю. О, у меня спрайт откуда-то, прикольно. Так, звонок. Алло. Да, алло. Алло, алло. Да, а, привет. Это я, Фунгай. Ага. А, ну, ты молодец. Первая ночь была тестовой. Сегодня не будет так много аниматроников. Сегодня будет три аниматроника. Чика, Бонни и Фредди. Я пожелаю тебе удачи и пережить до 6 часов. Угу, спасибо. Так, стоп. Слишком быстро что-то. Она побежала. Ну, прикольно. Вон она стоит, я ее еле разглядываю. Так. О, она уже там! Так. Куда он? Точнее, она. Так, он где-то вентиляцию зашел. Я видел. Так. Так, маска. Все, она уходит. Все. Фух. Фух, как я испугал. Так, что она стоит? Ладно, посмотрю пока по камерам. Марионетку, кстати, надо завести. Я боюсь ее не заводить. Не знаю, что будет, но я боюсь. Так, пока все на месте. Это хорошо очень. Так, ладно, возвращусь в офис. Так. Фредди... Ой, нет, это не Фредди, это Бонни? Он вокруг карусельки кружится, что-то там. Так, о, коктейльчик. Ну, пока он не подходит, это уже хорошо, ладно. Только посмотрю. Так, свет в коридоре. Так, понятно. Что-то он стоит, думает о чем-то. Хотя это обычный аниматроник. Он не может о чем-то думать. Ну, стоит что-то. Потихоньку приближается. Так. Ладно, слишком близко. Ух, это я Фредди. Все, уходи, Бонни. Уходи. Уходи, уходи, отошел. Уходи. Фух, все, можно маску снимать. Так. Да, конечно, глупо я выгляжу. Когда я в Суприме с капюшончиком и в такой маске. Некрасивой. А вон там еще. Вот так. Кто там? Фредди! Я его в прошлой ночи не видел. Так, надо маску снять, а то трудно дышать что-то. Блин, с таким микрофоном страшным. Так, ладно. А! Блин, лучше не надо здесь ходить. Так, вроде он ничего не понимает. Фух, он ушел. Фух, слава богу. Фух, как в этой маске трудно дышать, боже. Как я испугался. Надо спрайта покупать. Ух, все. Так, поставлю вот сюда бутылочку. Сколько там осталось времени? О, 5:55. Клево. 5 минуточек. Фух. Как я счастлив, что я выжил эту несчастную ночь на этой несчастной работе. Зачем я просто подписался сюда, боже? Какой я дурак. О, 6 часов. Нормально. Так, все, можно включать свет во все пиццерии. Так. И пойти, наконец-то, домой. Так, что?
Или мне показалось, что дверь хлопали. Так, ключами открываем. И закрываем, и под плиту. Все. Наконец-то домой. Фух, как я устал. Боже. Что так испугался. О, привет. Фехтованием тренируешься, да? Привет, привет. Ну что, спал сегодня, да? Я тебя не видел. Хочешь фанты? Ну давай. Как вы это делаете? Вы это сами делаете, типа? Или как? О, нифига. А реально, кстати, похоже, я... Откуда-то у меня спрайт, возможно, вы где-то тут только порога положили. Да и не рецепт, говоришь? Ну ладно. Ну да, спрайт очень похож. Нифига. Нифига, это Андрей за сколько построил? Это как надо было столько построить? Так, чего? Чего? Это кровь? What the fuck? Так, привет. Что с тобой? Андрей! Алло, очнись! Так, быстрее, быстрее, быстрее. Надо... Так. Ванёк, быстрее, с ним что-то не так, я не знаю, тут везде кровь. Уж эта собака покусала. Привет, привет, что с тобой? Что случилось-то вообще? Это пранк? Это вы типа надо мной сделали? Или ты типа думаешь так? А-а-а, точно! Как мы на это повелись, боже. Где камера? В телевизоре, наверное, где-то или где-то тут, да? А, ну я так и понял на банке. Что это пранк. Как ты его раскусил так? Умный Ваня. Так, как бы сесть, чё? Ну, давайте, что тут? Сегодня какой-то еще новый, ну, не новый аниматроник, но... Помните Фредди? Он сегодня даже на меня нападал. Ну, как бы сегодня. А вчера не нападал. Все-таки, да. О! Ну, тут возьму немножечко. Хлебушка. О, тортик. Ну, ладно, я тортика не буду, я хлебушку поем. И фанты запью. Ух. Почему ему номер? Сейчас не давай. Какой номер? Можешь продиктовать? Так. Ну или я могу тебе свой номер продиктовать. А. Так. Ага, все записал. Ух, у меня что-то глаза еще так немножко поболят. Блят. Пойду на помощь. Ну ладно. Ну, у меня как-то тебе неохота. Сердце. Ага, this is prank, да? Сердце у него прихватило. Конечно. У меня нога болит. Прикольно. Не, ну прикольно он тут обустроил. Панорамный вид такой. Только мне пойку играть. Ну, погнали, по-быстрому сходим. И я спать пойду. Так, что тут еще есть? А тут ничего. О, сундук какой-то. Картины всякие, вентиляторы. Погнали. Что он там копает? Что ты там копала, прости? Ну ладно, забью. Пошли. Что-то Ваки в последнее время подозрительный какой-то. Ну, точнее, не Ваки, а Андрюха. Просто слышал, как ты его Ваки называл, вот и привык тоже. Нифига, у тебя плазма. Нифига ты. Могёшь. Давай плойку. Что у тебя тут есть, конечно. Да ладно, я никому не расскажу. Давай, включай. Все, только недолго. Давай в Mortal Kombat. И все, я пойду домой. Спать на работу. Че у тебя там? Давай, давай. Так. Чу, я за Саб-Зиро тогда давай. Погоди-ка. Это Андрей был? Из-под земли где-то, я слышу. Какой? Алло, что ты тут делаешь? Вылезай. Да, вылезай быстрее. Что случилось? Опять пранк? Где камера?
Чё за обман? Так, Андрюха, меня кинул фиолетовый парень. Чего? Мне тоже на пицце в пиццерии говорили про какого-то фиолетового парня. Типа он перепрограммировал аниматроников, и теперь они хотят меня убить. Странно это все. Пырнул ножом. Крови не особо нет. А, вон кровь. Так, в нашей деревне есть какая-то крыса, который убивает людей. Ладно. Сори, я тогда, прости, не буду играть уж в плойку. Давай завтра. Да. Что такое происходит в этой деревне? Приехал уже второй день и уже страшно. Так, надо запереться. Все. Ну пипец, просто как это понимать? Какой-то фиолетовый парень пырнул моего друга ножом. Прикольно. Ладно, надо просто это забыть. Ведь он там ютубер, может это пранк или ля. Ладно, буду просто засыпать и все. Так. Алло, алло. Звонит мне. Алло? Да-да-да. Что такое? Привет, привет. Тебе что-то надо помочь? Так. Алло, привет. Чего такое? Пясик. Что опять? Что? Где? Тушим, быстрее! Ой. Это я так сломал? Нет, не я. Нифига, это сгорело, блин. Нифига, пустой дом чей-то поджёгся. Может это... Не знаю, может это фиолетовый парень? Не знаю. Или это опять пранк от этого? Что, давай сходим и разберемся. Давай за ним подглядим. Что он там делает? Так, домой заходит. Так, он в дом не зашел, в дом зашел. Так. Что же он там делает? Говорит, есть просто. Ладно. Все. Я спать. Так, отключу на телефоне звонки. Все, всем удачи. Блин. Что же это такое происходит? Ладно, просто буду спать, отдохну от этих всех мыслей. Надеюсь, хоть засну.